где значок стоит. Вращаете его до той поры, пока вот так меняется светочувствительность. Ох, ну это, конечно, надо еще предварительно установить. Ручная фокусировка, слишком много. В общем, я вам инструкцию выслал. Я надеюсь, то, что я сумбурно тут рассказываю, вы сможете найти там. Ладно, слишком ветрено. А так вообще шикарно. Затемняем, осветляем. Это я сделал максимальную выдержку. Это я сделал максимальную диафрагму. Ладушки. Ну, конечно, совершенно ничего не видно при таких минимальных настройках светочувствительности. Сейчас попробуем задирать постепенно ISO. Нету Марса. Бетельгейз он есть. Сейчас попробую в нее попасть. Вот она. Бродячие артисты какие-то поехали. Так. Ну, в общем-то, нет. Обычно руку отпускаешь, чтобы дрожание рук не передавалось на камеру. А тут приходится держать, чтобы ветер не шатал. Ну ладно, в следующий раз попробуем. При абсолютном штиле. Не хочу уходить от луны. Ты ж моя золотая. Так, все. 20:40 по Киеву в Харькове, 25 марта 2021 года.